Вашингтон может запретить поставки из США китайским компаниям, которые отказываются присоединяться к санкциям против России. Компании, продолжающие поставлять в Россию полупроводники и другие современные технологические средства, не смогут приобретать оборудование и программное обеспечение в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявила министр торговли США Джина Раймондо в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». По ее словам, китайский производитель микросхем компания СМИК уже внесена в черный список министерства.